Приветствую, друзья! Вот и Новый год настал. И поздравляю всех и каждого. И желаю здоровья, счастья, много любви, иногда разочарований, потому что жизнь – это и есть творчество. Это бесценный дар природы, подарок судьбы. И никто не знает сейчас о своей смерти, но никто его и не пропустит. И в этой неопределенности все не случайно. В этой неопределенности между жизнью и смертью каждый высветляется внутри для себя таким, какого он есть, чтобы улучшить себе то, что требуется улучшить. И мы стараемся. Люди с открытыми сердцами, хоть и делают ошибки, идут правильной дорогой. И все время плохо не бывает. Бог помогает тому, кто старается сам, а человек стремится быть свободным. Это даже из поведения собак у академика Павлова, он где-то писал, что собаки, они не хотят быть несвободными. Но это же идет у нас из поколения в поколение, а в человеке все стадии человеческого развития. Вот такой творческий геном человек по природе творец. Свобода, творчество – это взаимосвязанные вещи. И поэтому жизнь все равно становится лучше, еще и потому, что все время плохо не бывает. Это закон природы. Так что, друзья, в новом году я вам тоже сделаю подарки. Будут новые контенты, будет все прекрасно, а мне столько надарили красок и холстов, что я буду рисовать и делиться с вами картинами в интернете. Да, и есть там идея одна очень интересная. Вы их можете распечатать на холстах такого же размера, и у вас дома будет висеть картина. Но это мы еще потом придумаем, как технически сделать. И вот, друзья, больше любви. Бывают, конечно, страдания, бывают разочарования, но кто не без этого? Но это сама жизнь, и она прекрасна. Это неповторимый дар природы. Понимайте жизнь, понимайте себя, открывайте свои творческие качества. Чем больше любимых дел, тем больше точек опоры. Я об этом уже говорил и буду повторять неоднократно. Повторение – мать учения. А у нас еще там есть принцип отбора путем перебора, чтобы это доходило до каждого. Именно сегодня, в век интернета, в век неопределенности, когда мы все переходим в эту неопределенность интернета, здесь как раз-таки метод ключ и будет светиться как очень важный элемент общей культуры человека. Но это мы потом. Это я уже подарками. До встречи, друзья!